Вот уже в 10-й раз в Институте психологии и образования КФУ проходит международный форум на тему «Отклоняющееся развитие. Пространство возможностей». В рамках данного форума был организован мастер-класс, посвященный возможностям общения специальных психологов со слепоглухими детьми и взрослыми. Мы очень хотели рассказать о такой категории, сложной и достаточно, как сказать, малозаметной в нашей стране, как слепоглухие люди. Дело в том, что в советское время очень много занимались ими, и был знаменитый Загорский эксперимент, когда несколько человек получили высшее образование в университете тотально слепоглухих людей и так далее. Но потом был период некого забвения. Да? И сейчас эта тема снова становится актуальной, потому что, в принципе, дети с множественными нарушениями развития, очень многие имеют и проблемы со зрением, и со слухом. Одной из главных целей мастер-класса является привлечь студентов к возрождению уникальных методик по развитию слепоглухих людей, разработанных еще во времена СССР. В руках студентов большая и ответственная задача – это создать устойчивую систему в стране по помощи слепоглухим людям. Адиль Валеева, Роман Самарин, Универньюз.